человека стейник, есть легкая симметрия, будем пытаться исправлять филлером Revalax Deep среднюю треть, и техника матрас, эконом-вариант, хиарон и целосум. Так, его теперь мы снимаем до. Снимаем до. Так, 0,5 ушло на правую сторону. Ну, еще пару точек поставлю, будем делать лево. Так, право-лево. Ну, по-моему, очень хорошо. И теперь делаем субдермальный векторный лифтинг. Так, получилось приподнять у нас правую сторону. Зашли под бровочку еще. Ну, поставили небольшую гематомку. Но, в принципе, в целом очень все прилично получилось. Так. Смотрим. На меня ровненько не шевелимся, не шевелимся. Не шевелимся, не шевелимся. Вот так.